Картошка, печеная в зале. Самый простой гарнир на природе – картошка, запеченная в зале. Вам даже не нужно ее готовить, главное – вовремя извлечь, пока она не подгорела. По желанию овощи можно завернуть в фольгу или пергамент. Аппетитная картошка из золы любима многими, особенно в походах на пикниках и просто как самостоятельный гарнир к овощным мясным блюдам. Выбирайте картофелины одинакового размера, чтобы они приготовились равномерно, иначе вам придется мелкие вытащить, а крупные допечь. Ингредиенты. Картофель 700 грамм. Соль 2-3 щепоток. Количество порций 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Картофель можно использовать как обычный, так и молодой. Картофель промойте с помощью губки, счищая ее жесткой стороной всю грязь. После обжаривания мяса или рыбы, угли немного разворошите и быстро выложите в них картофель. Засыпьте картофель сверху горячими углями, золой и запекайте примерно 20-25 минут в зависимости от величины овощей и жара углей. Готовая запеченная картошка будет иметь морщинистую кожуру и легко протыкаться ножом или вилкой. Аккуратно извлеките ее из золы, разломите одну картошку пополам, проверяя ее готовность внутри, она должна получиться рассыпчатой. При подаче к столу картофель можно промыть в воде, если его будут есть дети, или же просто очистить от кожуры. После чего его обязательно присолите или подайте с малосольными огурцами.